чаки. Все диалоги передают жестами и мимикой. Ну, очень специфический театр. Интересно, но как-то очень странно. Если все-таки захотите сходить, а я думаю, что сходить надо хотя бы один раз посмотреть, что это такое, то билет стоит 300 рупий, и билеты желательно покупать заранее, ну, чтобы было хорошее место. Можно. И лучше их покупать в самом театре, потому что их продают и в отелях, и возле входа, но уже там по двойной цене. Вот. Ну, желаю приятного просмотра.